رهن المصحف можно ли оставлять залог свиток Корана? قال أبو محمد بن قدامة المغني. قال أبو محمد بن قدامة في книге المغني وفي رهن المصحف روايتان. говорит относительно залога مصحف القرآن два мнения. روايتان это что такое? Два мнения у ханбалитов или два ривайата от имама Ахмада? Когда говорят ривайатан, имеется в виду что? Имеется в виду два мнения от имама Ахмада самого. А если от ханбалитов, два мнения у ханбалитов, тогда как говорят? Говорят ваджихан. Ханбалиты говорят ваджихан. Два мнения у ханбалитов говорят ваджихан инда ханабила. Так, если два мнения от имама Ахмада, не говорят ваджихан, говорят как? Ривайатан. От имама Ахмада передаются ривайаты. Так, ихдахума ла ясух рахну. Так вот, от имама Ахмада в этом вопросе два мнения. Первое мнение, что такой залог является недействительным. Вазалика ля анналь максуда мин ар-рахн истифаат дайн мин саманихи. Это потому, что цель от залога получить или выручить те деньги, которые равняются долгу, который должник не может отдать. То есть посредством продажи самого залога. Вала яхсулю залика илля бибейхи. Видишь? И невозможно, говорит, выручить эти деньги, кроме как продав этот залог. Вабейгу гайру джайз. А продавать мусхаб, говорит, не разрешено. Это первое мнение в этом вопросе. Васани второй ривайат от имама Ахмада. Ясуху рахну. То, что разрешено оставлять залог мусхаб Кур'ана. И это мнение также имама Малика, Шафия, Абу Саура и Ханафитов. Бинан аля анну ясуху бейгу фасаха рахну кагайрии. И это второе мнение строится на чем? На том, что разрешено продавать мусхаб Кур'ана. А раз его разрешено продавать, значит его разрешено оставлять в залог. Культу. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизаб. Аль мас'алату мабниятун аля бейль мусхаб. Говорит, этот вопрос строится на другом вопросе. Можно ли продавать свиток Кур'ана? Ар-раджих ходжи вас. И более правильно то, что это разрешено. Ляну яби аль-варак, валь-хибр, валь-амаль, валя яби калям Аллах. Потому что человек, который продает свиток Кур'ана, продает листы, продает чернила и продает деяния. То есть продает дело и производство. Правильно или нет? То есть этот мусхаб произведен на заводе или не произведен? Произведен. Так, знаешь, говорит, человек продает вот это вот и не продает слово Аллаха. Когда говорят, я продаю свиток Кур'ана, не имеется в виду, что ты продаешь слово Аллаха, но ты продаешь саму книгу, которой человек потом будет пользоваться, читать ее и так далее. А раз можно продавать свиток Кур'ана, значит можно продавать сам, значит этот свиток Кур'ана можно делать что? Оставлять в залог. Вакадраджиха аль-Аллама ибн Усаймин джаваза бейи. Говорит, и также шейх ибн Усаймин разрешил продавать свиток Кур'ана. И большое количество аргументаций привел на это шейх ибн Усаймин. Говорит, во-первых, в этом есть нужда людей. Во-вторых, если мы запретим продавать свиток Кур'ана, то получится, что многие из людей не смогут добыть этот свиток Кур'ана. То есть, может быть, что откуда человек добудет свиток Кур'ана, если он не может его купить? Потому что, говорит, мы не можем заставить всех мусульман, допустим, отдавать в качестве вакфа или отдавать в качестве подарка те мусхафы, которыми они не пользуются, допустим. У человека в доме 5 мусхафов. Двумя пользуются, тремя не пользуются, например. Мы, говорит, не можем заставить людей эти 3 мусхафа взять просто и подарить кому-то или отдать кому-то и тому подобное. А раз, говорит, не можем их заставить, то, соответственно, если мы запретим их продавать, то многие из людей не смогут найти этот мусхаф. Где ты найдешь мусхаф, если он нигде не продается? Каждый человек отдельно не может что делать? Производить мусхаф сам себе или переписывать мусхаф сам себе. К тому же это переписывание приведет к большим проблемам. Один правильно переписал, другой неправильно переписал, третий что-то подбавил, четвертый что-то убавил и так далее. Правильно или нет? И также возможно, что те производственные предприятия, которые производят мусхаб, не способны покрыть все нужды всего мусульманского мира, который имеется на лице земли, относительно мусхаба. Правильно или нет? То есть, имея в виду бесплатную раздачу. Поэтому, говорит, более правильное мнение, что разрешено продавать мусхаб Кур'ана. «Ва мадабуль аксар» – это, говорит, мнение большинства ученых. «Ва кали бихи захири» – это мнение захиритов. «Ва мимман руя ангу ману бейхи Ахмад Исхак». А те, которые говорят о том, что это запрещено, это мнение передается от имама Ахмада Исхака, а также от Саида ибн Джубейра. «Ва ан бады сахаба карагату бейха». И от некоторых сподвижников пришло также указание на то, что они не любили продавать мусхаб. Этот вопрос, иншаллах, ясен. Далее, следующий вопрос.